До Нового года еще более месяца, а в ноябрьском лесничестве уже выдают разрешение на вырубку елок. Из-за пандемии оформление документов начали на 2 недели раньше обычного. Приобрести разрешение можно после уплаты в банке, где уже есть реквизиты лесничества. Метровая ель в этом году стоит 120 рублей. Самая ходовая высотой 2 метра 347, а 4-метровое дерево обойдется в 578 рублей. Лесничие планируют в этом году заключить с ямальцами более 1500 договоров. Платить и получить разрешение можно уже сейчас, а вот рубить деревья только с 1 декабря и не более 5 в одни руки. Действует документ по 31 декабря включительно. Сотрудники лесничества отмечают, приобрести разрешение муравленкам можно будет по субботам. Мы запланировали в этом году выезды по каждым субботам декабря. Мы планируем выезжать в Муравленко и 19 числа мы будем в Ханемее осуществлять продажу. Предварительно мы, конечно, договоримся с администрацией о размещении наших специалистов на месте. Вот. О чем мы дополнительно людям сообщим, доведем через местные средства массовой информации. Лесничие будут вести прием только по предварительной записи. Получить консультацию о порядке оплаты и правилах заготовки деревьев для новогодних праздников и записаться на прием можно по телефону в Ноябрьске 35 47 70.